Где-то здесь шикарная заставка, как обычно. Так, проверяем, тот ли пароль. Forge. Вроде он. Ну что, народ, всем трем. И до доброго времени суток, это канал. Лови, Дмитрий. Или ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях на канал, подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно, а мне приятно, мне поддержка, а мне мотивация. Ну, в общем, это и так все прекрасно знаете. А кто не знает, тем добро пожаловать. И, ну что, продолжаем наше страдание в викингах. Фух, поехали. Без щита. Так. Ну... Угу. Так. Но плавать здесь можно. Ага. Но судя по всему нам... Ауч. Ожидаемо. Хм. Я кое-что не въехал. Кого нам сейчас надо туда везти? Да. Давайте пока Эриком попробуем. Ну, туда в любом случае идут двое. По-любому. Вопрос кто? Эрик и Болевок. Эрик и Скорч. Кто там нужен? Ну, смотрите сюда. Не понимаю. А, тут можно проплыть. А что? А, кажется, я понял. Нет. Не понял. Эта штука тоже ненадолго отключается. Так. Хм. По-моему, я немножко ошибся. Так. Допустим, так. Вот. Ага. То есть теперь... Ну да, там внизу кто-то должен быть. Чтобы эту кнопку нажимать. Ну да. Так. Ну, смотрите, судя по всему... То есть все-таки блек, то есть Скорж по ним ползать не умеет, да? Неожиданно. Я, честно говоря, вот этого не помнил уже. Ну и многоходовочка, блин. Согласен. Как в шахматах. Кто ж там Рекс, по-моему, написал? Не помню. Извините. Никнеймы не очень хорошо запоминаю. Раз 60-го раза. Так, ну смотрите. То есть... Сейчас, допустим, вот так. Нет, там сейчас нужен... Блёк.
Все. Теперь ты. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Ты встаешь сюда. Ты, допустим, берешь. Зачем ты эту штуку делаем? Возвращаешься. Теперь. Вернулся. Тут мы всегда вернуться можем. Стоп. Ага. Минуту. То есть его еще вернуть надо. Так. Возвращаемся, возвращаемся. Так. Скорч идет сюда. Вот так вот. Теперь ты идешь сюда. Поднимаешься. Вот так вот. Дальше. Подъем. Сюда. Скорч нажимает. А здесь нужен блёк. Отойди на всякий случай. А подожди, а как он? А, то есть ему назад надо возвращаться? Стоп. И чё? То ли я что-то делаю неправильно? Так. А чем нам скорость сюда? А, ну да. Что-то нажать. Туплю, извините. Вот он спустился. Берет ключ. И теперь надо всех возвращать обратно, да? Так. Ключ у нас вот... А, стоп! А, так тут можно пройти, ёкаломане! Ха-ха, я и не заметил эту штуку. Ага. Окей, ладно. Так, сейчас нам надо, значит... Как сейчас поступить? Сейчас сообразить нужно. Смотрите, этот товарищ идет туда. По-любому. Собака. Не хотел. Этот туда, этот сюда. Заползаем. С этими синими канатами, блин, я каждый раз нервничаю. Потому что, а вдруг опять не зацепится. А вдруг что-нибудь произойдет, блин. Так, ну, этого товарища надо вернуть. Нет, давайте не будем его возвращать. Все, отлично. Так, давайте его Эриком вернем. Ну, ну нафиг, неохота рисковать, блин. Лишний раз скакать над пропастью тоже не особо хочется. Фух, так. Ну, блин, да. Ну, простите, херовертили. Да. Ага.
Так. Ну, то есть блёк туда. Это как там? Хм. Пока не понимаю. Смотрите, сюда блёк не может. Он может только сюда. Ерик может сюда. А, так, стоп, подождите. Так, со скорчем, кажется, я понял. Так, ему... Да ну... Вот же спуск! Вот же спуск, вот же здесь, а, вот. Так, рычаг не нажимается. Тогда я не понимаю. А, стоп, подожди, а телепорт-то я не использую. Так, ну понятно, здесь уже, значит, Эрик должен идти. Видимо. Так, подожди, пока. Окей, эта штука куда ведет? Ну, допустим. Так, кажется, понял. То есть... Так, здесь он не поднимется. Тише. Так, теперь сюда. Так, ну, в любом случае, туда он попасть не может. Значит, сюда. Что такое? Алло, что с телепортом? Он односторонний. Ха. Чё-то ничего не понимаю. А, кажется, понял. Yeah.
Так. Да, но он здесь не залазит. Я одного не понял, а зачем здесь вот эта штука нужна? Это было глупо. Подождите-ка, дайте-ка вспомнить. Вот. Тут же есть телепорт. Зачем же здесь прыгать? А-а-а! Да нифига себе! Так, ну подождите, хорошо. А этим-то куда? Мелким. Он же никуда сейчас попасть не сможет. А, ну хотя, кажется, понял. Вы вообще понимаете, что мне сейчас предлагается? Мне сейчас буквально... Вот вынужденно предлагается вот это пропрыгать. Вы понимаете, да? Пипец. Вы, это что? Ну за что, блин? Ну откуда такая страсть к этим сраным тарзанкам, а? Я не знаю, что мне делать. А, то есть теперь надо вернуться сюда. Блёк, в свою очередь, прыгнет сюда. А это, соответственно, должен пролететь назад. Ну геморрой, тут надо аккуратней, блин. Тут надо пипец как аккуратней. Сейчас проиграю это все в обраточку ползти. Так, а где там этот крокозябр гуляет? Он в трубу ушел куда-то? Так. Ну допустим. А чё отключается-то? Так. Ну, здесь понятно, здесь как бы вниз тут. Собственно, вариантов нет. Так. Ну, блёбу тоже особо некуда. И мы, видимо, сюда. Вот вопрос, что Эрику делать? И Эрику ли? Делать. Сейчас ведь ошибешься и все, привет. Так, ну... Я просто пытаюсь понять, а что... А вот эти штуки что отключают, я не понимаю. А, кажется, понял. Нет.
Ну, допустим. Спасибо, бляха-муха. Да, он не умеет по ней ходить. Ну, допустим. Понял. Ну, вроде бы понял. Фу, бляха. Уха, да это пец. Что-то открыли. Видимо, возвращаемся. Ага. Ну, надеюсь. Тут вода. Ничего и... Ну, я вам скажу, тут, конечно, весело. Да, ну. But since you helped me out, I'll teleport you to him so you can get it back. Oh, didn't I tell you? I can only send three of you at a time. So, maybe I'll catch up later. Он что-то сказал про то, что вроде как тоже может их через тайм отправлять. Ну ладно. Да, ну это, конечно, веселый уровень был. Называется, не дай бог перезапустить, с ума сойдешь. Опа! Это штаматор, вроде бы. Паспорт B4DD. Либо бет, либо дед. Это томатор. Фига себе, он тут выглядит. Сейчас надо парольчик на всякий случай записать. Так. B4D. Вообще, я был уверен, что томатор будет отдельным уровнем. Ну, то есть не вот этот вот уровень будет с томатором, а просто будет отдельный уровень. То есть вот после вот этого будущего. Ага. Эрик, Фанк и Олаф. Ауч. Сюда это томатор. Ага. You beat me once, but now I shall destroy you with my new thermal detonators. I don't even know this guy. What do you mean? I could barely all get to fight him once. I think he's still mad. Ага, то есть в этот раз нам предлагается угробить его немножко другими персонажами, но при этом два атакующих. Мне это не очень нравится, на самом деле. Ну ладно. Следующее, видимо, следующее видео по этой игре будет последним, наверное. Если, конечно, нам не предложат его потом еще раз победить уже, так сказать, стандартной троице, чего я вообще не удивлюсь. Ладно, поглядим, что там за термал бомба или что у него там было. Фух, да уж, этот уровень был такой. Ходи туда, я не знаю, туда, влево, вправо, назад, вперед. Хе-хе, да уж. Выдумщики, а, и дрить их в корень. В смысле? Ой, да не то, не ес. Выход. Блин, не то нажал. Извиняюсь. Так, ну как обычно. Шикарная заставка напоследок. Давай. Красота. Байкинс.
Ну ладно, народ, на этой в целом положительной ноте, такие, оказывается, Викинги 2 имеют концовку, вроде бы. Вот, плейлисты поддержки канала в описании под видео. Всех, кто до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлоп, ручьёшь, чмок и в щёчку. Увидимся в следующей серии. The Lost Vikings 2 Forever. Как-то так.